Так, приветствую YouTube. Сегодня хочу сделать небольшой обзорчик и тест. Вот у меня есть такой Powerbank. Он работает на... Ну, как бы он и обычно работает на 10 тысяч миллиампер. И плюс у него вот солнечная батарея. Панель. А вот сейчас он, типа, заряжается. Но мне кажется, одной такой панелькой он много ничего не сделает. И у меня есть вот такая вот целая... из 5 панелек. Такое вот, в общем, дело. Здесь у нас 5 панелей. Я это дело еще не проверял. В этом году как-то много было поездок, но почему-то я этим так и не воспользовался. Солнце сейчас скрыто под тучами. Так что посмотрим, как оно будет заряжать вот хотя бы вот из-под вот этого дела. Так, это я положу сюда. Вот у этой панели, к сожалению, есть один USB-ход обычный и микро-USB, уже не совсем нам подходящий. Поэтому я думаю, сюда надо купить тройничок, чтобы было все лучше. Но фишка в чем? Сейчас я хочу вот это запитать от этого, чтобы оно заряжало Powerbank и заряжало полностью разряженный телефон. Вот. Но сначала я хочу посмотреть вообще, как работает. Будет ли заряжаться телефон вот от таких панелей. Так, телефон я подключил. И он типа заряжается от этих панелек. Данный Powerbank разряжен. Сейчас он на 25%. Вот. И, соответственно, так. Типа все, зарядка идет. Включится ли он? Уже даже начал включать. Нет, зарядки мало. Ну, в общем, не суть. Что я сейчас делаю? Я хочу его приконектить к этим вот делам, и получится у меня 6 пластин, да, солнечных, вот, и Powerbank накопитель энергии, и плюс он еще будет отдавать энергию телефона. Оставлю это все дело где-то на час и посмотрим, как оно в итоге зарядит телефон. Так. Сейчас все подключу. Так, в общем, подключил я его сюда. Вот именно, что у него теперь идет целая зарядка. Мигает на 25. И подключил телефон. Что, ничего не видно-то. Телефончик типа заряжается. Ну, сейчас он показывает, что у него тут никакой энергии. Ну, может быть, он сейчас включится. Ну, в общем, не суть. Сейчас я это в таком виде оставляю на некоторое время, надеюсь, дождя не будет. И посмотрим, запустится ли телефон и насколько эта штучка у нас зарядилась. Так, ну что, смотрим, что тут произошло за то, что у меня не было. Ну, что там опять произошло? Так, ну, в общем, вот моя конструкция. Вот так вот была уже больше часа, получается. Так, ну что, Покафон? Покафон все еще показывает, что он не зарядился. Еще какие-то странные звуки здесь издаются постоянно. Так. Ну, или он не может, заряжать, когда сам заряжается. В общем, пока фон не зарядился, от слова совсем. Да. А
Это приблудина у нас с 25 до 50% дошла. То есть где-то за час она зарядилась на 25%. Так, если я сейчас снова микрофон подключу. Если я его подключаю, то вот оно как-то начинает странно шуметь, какие-то звуки издавать. Так, вот я отключил от этого дела. Здесь у нас показывает 50 в итоге процентов. И пока фон начал запускаться. Но при этом показывает, что у него все еще нету энергии. Он запускается. В общем, ладно. А, о, запустился. Ну, да, на Покафон в итоге не зарядился за все это время стояния. Вот он сейчас начал заряжаться уже непосредственно от него. Значит, эта штука не может заряжаться. Вот. И одновременно отдавать свой заряд. Так что в любом случае надо будет сюда покупать переходничок, тройничок, чтобы можно было заряжать отдельную такую приблудину и телефон. Ну а так оно хотя бы работает, и за час оно зарядило на 25% один пауэрбанк. То бишь, в принципе, его хватит сейчас зарядить Покафон. Вот. Ну, думаю, своих денег оно стоит. Штучка прикольная. Вот. И много места не занимает. Также можно его закрепить за рюкзак. Вот так вот растянуть, идти там где-нибудь в лесу, в горах, в полях. И у тебя будет заряжаться все. Главное, проводами запастись. И переходник сюда нужен обязательно. Тройничок. Вот такой вот обзорчик. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь.